Ну что ж, дамы и господа, всем привет, как обычно, Дмитрий, продолжаем гонять в такую игру, как стратегия и тактика средневековья. Северные крестовые походы. Это в Прибалтику, насколько я помню. Да. Но тут, по идее, не должно быть особо ничего сложного. Просто по той маленькой причине, что язычники эти очень легко покорились. Я же ведь учусь на регионоведении зарубежном, знаю историю вот этих вот финно-угров. Товарищи, вот, племена эстов и прочие, они там очень на изи покорялись, поэтому я не думаю, что тут должно быть шибко сложно. В принципе, если посмотреть по противникам, тут бомжи в основном одни. Дошел в основном все бомжи тут. Ну, конячка одна. Вторая. И бомжи. Конячки и бомжи. Так что при должной смекалочке, я думаю, пройти можно. Так, тут у нас сна. Коняки. Так, вот так пойдем. Так, сюда кого-то одного кинем. Давай, наверное, рыцарей. Давай, эпичная мочилова. Все, бомжей положили. Тут двигаем к Кёнигсбергу. Здесь тоже так-то надо бы к Кёнигсбергу. Постараться поближе. Кстати, это у нас кто такие? По флагу я так сходу не пойму. Ну, по идее, литовцы должны быть. Да, с Вильнюсом в столице. Литовцы тогда должны были помогать нам и шведы. Но я не знаю, как создатели игры тут порешали. Может быть, это наши дополнительные противники будут. Да я уверен, что такие есть. Давай смотреть. Так, ну, шведы пошли мочить тоже этих чудиков. Народы Прибалтики. Они стараются в кучу собираться, чтобы было сложнее их вынести. Так, и литовцы там кого-то перекинули. Я не буду сильно экспериментировать тут. Один отряд надо бы сюда кинуть, чтобы подкрепы им не шли. На всякий пожарный. Давай, рыцарей. Или арбалетчика одного, давай. Так. Тут рыцарский отряд в Кёнигсберг. И вот так. Опа. Давай одну коняку я сберегу. Просто из интереса проверить, будем ли мы бодаться с литовцами. Будем! Ясно. В общем, ничего хорошего это нам не предвещает. Видимо, со шведами мы точно так же будем бодаться. Надо это иметь в виду. Ригу взяли шведские войска. У нас тут кого-то то ли замочили, то ли поранили. Так, Кёнигсберг потерян временно. Сейчас мы применим хитрость военную, может быть, чтобы его отбить быстрее. Коняки вперед. Тут одну коняку оставим. Похуже. И здесь у нас двенашка уродилась. Будем против двенашки и идти. Ну и тут людей немножко стянул.
Вот так, нормально. Кавалерию тоже стяну. Наш... А, кстати, они выбили шведов. Молодцы. Молодцы, сорванцы. Это хорошо. Это меня порадовало. Им ход. Надо следить тогда за литовцами. Какие условия поражения, кроме... А, потерять все войска. Ладно, это... Нет, это, конечно, любой дурак может, в принципе. Так-то, да. При должной сноровке. Ладно, давай сделаем так. Тут пободаемся все-таки. Надо будет накопить на крестоносцев дополнительных. На всякий случай они нам пригодятся. Тут я рисковать не стану. Лезть вперед батьки в пекло. Или можно вот так сделать. Вот так вот конячками. Нет. Давай вот как даже. Сейчас. Давай три конячки простые пойдут таким макаром. А крестоносцами мы снесем одних у бомжей. Вот так. Враг литовец отступил черти куда. Я думаю, что уже особо нам угрожать не будет. Я на это надеюсь. Так. Крестоносцам вроде не втащили. Это интересно, а почему отсюда до сюда не пройти? Потому что нам под контроль надо убить ПРО, наверное. ПБО объяснения я не вижу пока. Эту двенашку мы не вынесем. А вот против бомжей 11 дивизий пободаться, попытаться можно. Конячки таких мы позвали. Сейчас нам тут навалять попробуют. Ну а и потеряли многих. А и много кого потеряли тут. Надо стянуть рыцарей. И Литва пошла в наступление. Тоже немаловажно. Наверное, мы вот так зайдем. Ну и тут постараемся втащить. Пятерка крестоносцев у нас еще есть. Мы сейчас элиту еще закажем. Так, отбили один наш отряд, к сожалению. Вражеские подкрепления прибыли в Ериську. Где это там? А вот, Ерська. Ериська. Так, в Мальборг я заказываю элитных конников. Тут будем пока стоять. Рыцарями как-то так зайдем. Так. Пришли подкрепления в Мальборг. Кёнигсберг мы сейчас отобьем. Я могу еще конячку простую позвать в качестве подмоги. Давай иди сюда. Так, ну с Ригой, наверное, пока рановато что-то придумывать. Пойдем на Калевал. Какие задания вообще? Тельник Гёльдинген. Мы выполнили уже. Так, захватить Сипаринс Нарду Прибалтики нет. Захватить Кёнигсберг, Рига... Та... А, Рига нужна. Тарту Калиф. Ясно. То есть нам надо для кавалерии тут обеспечить проход.
каким товарищем мы наваляли. Тут обломим с подкрепами, одну конечку стянем. А тут сделаем так. Двушка отдохнет. Неохота. Так, все, с Ригой можно уже, в принципе, разбираться, идти на захват. Все, кроме коней, пойдут на захват Риги. Так, а тут у нас моральный и нравственный выбор есть. И я поставил бы на то, чтобы навалять Алакснии. Да, мы не успеем за, ну, на золото пройти, на серебро успеем однозначно. Сейчас, если бычить сильно не будут против нас. Потому что в следующем ходу можно будет уже в пярну дойти. Вот, сюда одной конякой зайдем. Вот так. Будем пока стоять, они нам вряд ли что-то смогут сделать. Если у них кони... Ну, у них 4 элитных коня, у нас 8. У нас все 8 элитные. Поэтому я сомневаюсь, что они что-то смогут нам сделать. Они... Нет, они не сдохли, они отступили. Ну, вот и славно. Тут давай... Так, сделаем... Двушку в тахту и двушку в пярну. Хотя не обязательно, можно и сюда пойти. Они по-любасу, честно, валяют тахту. Потому что... Давай атакуем тут двушкой. Тут отправим трешку. И один бомжовский отряд можно тут разорвать. Кусочки мелкие. Нам не наваляли особо сильно. Особо сильно нам не наваляли. Один конный отряд. Стянем на серебро, пройдем на следующий ход. Калев будет наш. Чтобы прям все провы захватить, это, наверное, вряд ли. Вот, а вот... Так вот, попробовать, постараться еще можно сделать. Хотя возможно захватить все порову. Может и получится сейчас, если смекалочку проявить. Так, двуха и семеро мы не выбьем. Это ступудняк просто. Одним конным отрядом можно в Люцин пока отойти. Его захватить, да? Главное, чтобы в пярну не пошли, и тогда мы не облажаемся тут уже, ну, ни в какую. Однёркой сюда. Тут давай рыцарями надавим. Тут давай попробуем. Я думаю, вынесем. Нет, они все-таки отступили к себе. Ладно, хрен с ними. Коняка в следующий час на будущий ход дойдет. Кёнигсберг мы вернем, если будут какие-то неприятности. Опять же, на будущий ход. Меняем ход. Твари. Они все-таки именно туда и напали, куда я подумал. Ладно. Так. С Кёнигсбергом сейчас мы исправимся. Я надеюсь.
эту коняку дохлую на тахту отправляем. Немножко тут попытались что-то сотворить. Кёнигсберг Гюльдинген. Так, тут пока отойду. Все ПВО, наверное, не получится захватить. Тут, потому что сейчас они стянут крестоносцев, мы тогда не сможем вообще. Так, все. Тут коняку стягиваю. Захватываю калиф, а тут иду в лоб. Все. Ну вот. Сейба была близко, но... Увы. Ладно. Уже хоть что-то погрейдить можно будет. На этом мы закончим пока. Поход на Русь. Вот это будет интересно. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте плюсы вверх. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.